Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Футболисты клуба «Вельт» активно разминаются перед стартовой игрой. В Кубке болельщиков «Крыльев» они участвуют первый раз. Из Тольятти на соревнования футболисты военного училища приехали только за максимальным результатом. Мы приехали за победой, честно говоря. И, соответственно, мы хотим увидеть достойных соперников, потому что в Тольятти с мини-футболом у нас очень плохо, а про «Самару» мы знаем, что он много хороших команд, в том числе, которые будут играть на этом турнире. Большинство же команд Кубка болельщиков уже многократные участники турнира. Опытные игроки отмечают, год от года соперники все сильнее, а потому за победу сражаться сложнее. Мы каждый год ждем этот турнир. Почему? Потому что мы 2 года подряд занимали второе место и проигрывали одной и той же команде. В этом году хотим занять первое и, естественно, выиграть турнир. Уровень команд в этом году получше, чем в прошлом и позапрошлом. То есть ребята собираются, команды, то есть, ну, сыгрываются. Кубок болельщиков «Крыльев Советов» проходит уже в 11-й раз. Первый турнир прошел в 2012 году. Среди организаторов – администраторы официальной группы клуба ВКонтакте. Сама команда оказывает непосредственную помощь, предоставляет мини-футбольные поля «Металлурга», а также множество подарков для победителей и лучших игроков, среди которых абонементы на стадион, футбольная форма и клубная атрибутика. Люди сами просили, наши болельщики всегда активны в плане футбольных мероприятий, всегда ждут каких-то событий спортивных и попросили нас в 2012 году организовать турнир от нашей группы. Мы, естественно, пошли навстречу, сделали все, что могли, и с каждым годом стараемся расти. Главную игру турнира выиграли футболисты «Черемшиги». В финале они одолели «Энергетик» со счетом 2-0. Бронзовые медали завоевали игроки «Стром-машины». Все команды собраны из самарских болельщиков, но организаторы обещают, турнир в будущем станет межрегиональным, потому что за клуб болеют по всей стране. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!